рамках проекта «Школа грамотного потребителя» первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими единороссами проверила качество ремонта подъездов на улицах Маршала Жукова и Северная в Одинцове. В подъездах проводится покраска потолков и стен, замена почтовых ящиков и светильников на лестничных клетках, установка аварийных светильников и полный ремонт входных групп. Все работы выполняются по графику, в плановом режиме, согласовываются с жильцами и контролируются ежедневно.